осень. Самое время шуршать листвой в парках. Приходите в парк «Космос» у Дворца культуры Агаркова и оцените, как при поддержке ВСМПО «Ависма» изменилось это городское пространство. Уже сейчас сюда приходят на осенние пикники с пледами и термосами или ведут неспешные беседы, отдыхая на шезлонгах и гамаках. Можно проводить вечера и выходные за шахматными партиями. Для этого установлены 2 шахматных столика с креслами. В парке все крутится вокруг единой космической идеи. К преображению пространства привлекли творческих ребят из детской школы искусств. Это они поселили на асфальте «Маленького принца», а на части колонн забора 9 уникальных мозаичных сюжетов. Мозаику выполнили ученики детской школы искусств. Мы делали ее 2/4, начиная с Нового года. И вот в августе, в сентябре уже ее установили. Дети сами придумывали эскиз, сами его красили. Планеты у нас связались с темой произведения Экзюпери «Маленький принц». И поэтому здесь есть образы «Маленького принца» и некоторые цитаты. Вот, надеемся, что все их узнают. Жители района с интересом наблюдают, как меняется не только функционал, но и вся философия этого городского пространства. Очень удобные скамеечки, дорожки. А в это лето появились модные лежаки, цветные, нарядные. Вы уже опробовали, нет? Опробовали. Мы в первый же день с внучкой здесь наслаждались. Как раз погода была очень хорошая, бархатный сезон начался. И внучке у вашей тоже здесь нравится? Очень нравится. Особенно ей нравится космос, где нарисованы планеты. Она очень это любит все узнавать. И когда я ей рассказала сказку про принца, про маленького принца, она тут же с ним подружилась.